Марш-бросок ВДВ совершил сегодня остановку в Старом Осколе. Сводный взвод 7-й гвардейской десантно-штурмовой краснознаменной орденов Суворова и Кутузова дивизии за 13 дней прошел больше 1000 километров. Цель Москва. Продолжит Анастасия Иконникова. В символическом марш-броске, посвященном 75-летию победы в Великой Отечественной войне и 90-летию образования воздушно-десантных войск, участвуют 8 команд, каждые 30 десантников. Стартовали из 8 городов России одновременно 1 февраля. Попасть в строй было не так-то просто. Бег 3 километра, бег 5 километров, так, подтягивания, отжимания. Ну, смотрели на физическую подготовку в основном и отбирали лучших. А еще обязательным условием было наличие спортивных разрядов. С собой только самое необходимое. У нас в бауле находится теплая тельняшка, теплые кальсоны, потом находится для приема пищи или вещи. Ну, там бритва, зубная щетка, нацессор, в общем. Потом спортивные вещи, кроссовки наши, зимние берцы, летние берцы, баул сам, спальный мешок, коллиматор. По всему маршруту от Новороссийска до Москвы остановки в городах сопровождают яркие показательные выступления и уроки мужества. Любой желающий может ощутить тяжесть настоящего парашюта или оружия, которое используется десантом во время огневой подготовки. Молодежь видит, опять же, наш дух, нашу физическую подготовку. В принципе, они слышат, да, что мы преодолеваем, сколько преодолеваем. Непосредственно патриотическое воспитание молодежи. А для нас, тех, кто участвует, это большая честь и гордость пронести наши десантные флаги. Ну, пол России, да, можно сказать, грубо говоря, от Новороссийска до Москвы, прославить честь нашей дивизии. В Старом Осколе проживает практически целая дивизия десантников, около 3000 человек. Многие из них проходили службу в 7-й гвардейской десантно-штурмовой краснознаменной орденов Суворова и Кутузова дивизии. И для них видеть на родине родные голубые береты – особая радость. Хотя и нет моего полка, но тем не менее дивизия эта существует и будет существовать. И она краснознаменная, очень такая боевая дивизия. Очень-очень щиплет где-то, так знаете, сжимает. Старый Оскол – восьмой город на пути марш-броска 7-й краснознаменной дивизии. Финишируют десантники 17 февраля в Наро-Фоминске, а 19-го их будут чествовать на Поклонной горе в Москве. Анастасия Иконникова, Кирилл Чуй, Ирина Чуликова, 9 канал. Слава воздушно-десантным войскам! Слава военной разведке!